Всего каких-то 130 лет назад на месте нынешней железнодорожной станции в Видном был сосновый лес. Его окружали луга и поля, принадлежащие в ту пору купцу Дмитрию Расторгуеву. Имение, которое тянулось от Булатникова до Калиновки, он приобрел в 80-х годах 19 века. Это было то самое время, когда земские собрания, губернские собрания стали обращаться в департамент железных дорог, Министерство финансов, с просьбой, с прошениями продлить железную дорогу, которая была проведена от станции Раненбург до Павельца, до Москвы. Отсутствие сообщения с Москвой очень сильно тормозило развитие хозяйства и экономики Подмосковья. Предстояло проложить 253 километра железнодорожных путей по полям и лесам частных владений. Реализация проекта началась в 1896 году с отчуждения земель. 9 десятин своей земли он отдал под строительство железной дороги, отдал абсолютно бесплатно. Более того, он выступил инициатором строительства станции, которую мы сегодня называем Расторгуево. Содействовал строительству этой станции, помогал строительству этой станции. Именно поэтому, когда в 1900 году железнодорожная линия была запущена в эксплуатацию, ни у кого не возникло вопросов, как ее назвать. К примеру, Расторгуева последовали и купцы братья Герасимовы, владевшие в те годы усадьбой Горки. Но, помогая строительству, они в то же время преследовали свои интересы. В конце 19 века появляется целое общество, целый слой в обществе. Их называют разночинцы. Еще их называют иначе – интеллигенция. Это люди, которые имели образование. Они тоже хотели летом отдыхать за городом. Братья Герасимовы, к примеру, на своих владениях построили несколько деревянных домов и сдавали интеллигенции как дачи. Дмитрий Расторгуев же разделил лесную часть на участки и стал продавать, в чем весьма преуспел. Возле станции Расторгуева образовалась необходимая инфраструктура для загородной жизни. Здесь были магазинчики, здесь и телефонная станция была, и переговорный пункт был. Здесь был и летний театр, здесь показывали кино. Чуть подальше, с той стороны, там был и рынок. Уже после, в советское время, земельные участки в Расторгуеве начали раздавать работникам фабрик и заводов. Так появились знаменитые «Карандашка» и «Ильичевка». Их обитатели любили гулять в фестивальном парке, который теперь называется «Расторгуевским». В 1957 году в нашей стране проходил, в данном случае в Москве, проходил фестиваль молодежи и студентов. И большая группа участников этого фестиваля, иностранных студентов.